получилось очень полезно для нас, очень интересно. Как раз, может быть, вовремя нас и одну, и вторую команду здесь пощипали. Достаточно серьезная команда на европейском уровне. Первая команда играла по очень большим нагрузкам. Мы не стали их снижать из-за счета, что у нас все-таки более ответственные соревнования, и мы будем готовиться к 10-му числу. Понравилось то, что прибавляли это вверх. В межсезонье, летом, конечно, очень тяжело сразу набирать форму. Ну, много уже они, ребята, тренировались месяц, и от игры к игре они начинали прибавлять. Павел Карапов, первый, вообще не удавалось практически выйти, сегодня получил игровое время, проявился достойно и так далее. Небольшой мандраж перед игрой был. Считаю, что мог бы сыграть лучше за эти 4 минуты. Не получилось, не забил первый бросок с-под кольца, я же немножко чуть-чуть расстроился. И еще пропустил 2 очка, большой спад, поэтому мог бы сыграть лучше. Чуть сложнее, очень долго решался вопрос, оставлять его или во второй команде, или держать его в первой. Принято было решение, чтобы поощрить его за ту работу, которую он был, быть в первой постоянно. Играешь счет, но все равно это опыт. Я прекрасно понимаю, что не основным разыгрывающим в ЦСКА, или клубе, там играется одни из лучших игроков. Помочь выйти в свои минуты, ведь мы будут доказывать на тренировках, тренер уже сам. Турнир у нас с 10 по 24 и на любую минуту разбавлять не будет с российским партнером всегда. И Камолов, и Зрябков, ну и Карапов, и есть заявки.